Смотрите, у нас вышло обновление в Пиге, мы его так долго ждали. Балди, спускайся скорее, смотри, когда у тебя пропал котик, ты так грустил, что я привела тебе нового котика. Это Редкет, смотри, какой милаха. Мне так твои волосы нравятся, красивые такие. Ой, у меня с котиком такая история произошла в 9 классе с моей девочкой, вообще. Какая? Так стыдно, сейчас расскажу. Мяу, а если ты нажмешь кнопочку подписаться, колокольчик и лайк, то ты получишь робуксы. Смотри серию до конца, все узнаешь, люблю тебя. А почему он такой странный? Он точно кот? Или лягушка? В смысле это такая, лягушка? Кошка-лягушка, котик-лягушка. Я пока котика разглядывал, у меня свинья пригрохала. Смотрите, у нас вышло обновление в Пиге, мы его так долго ждали. У нас новые 4 кнопочки. Да. Кик — это удалить любого игрока. Set Mode — это выбрать любой теперь режим. Можно не ждать Infection или Traitor. Представляете, это классно. О, давай 13-й. Можно, кстати, выбрать любого пиги, кто будет из нас. И можно с Set Map выбрать любую карту. И это все может выбрать админ, представляете? Но мы выбрали. Я хочу быть админом. Да, к сожалению, ребят, это работает только в VIP-серверах, представляете? И только у тех, кто их сделал. Ну что, у нас начинается челлендж. Мы должны вчетвером сбежать с карты. Кто умирает, тот дарит 100 робуксов подписчикам. Поняли? И я тоже. Все дарим. Я думаю, тогда мне нужно будет специально слиться, чтобы подарить 100 робуксов. Да, Редкет, мы за, мы только согласны. Окей, ну что, я побежал в холодильник искать, а вы как хотите. Я хочу кушать. Кстати, давай мне скажешь, где холодильник. Мне тоже очень интересно, где тут холодильник в цирке. Я нашел зеленый ключик, может, там есть холодильник. Я уже его вижу через стекло, смотри, там шкаф есть. По-моему, у нас 2 обжоры, Валерина. Мне так тоже кажется. Скажи, котик, а ты не сильно много кушаешь? А то я что-то переживаю, как я тебя прокормлю? Я не себе, я лягушки возьму немножко и все. А, ты еще и лягушкой кушаешь? Ты сначала котиком покушаешь, потом лягушкой покушаешь? Мы по очереди. Вот это да! Обалдеть. Я котика заводил, лягушку что-то я не очень заводил. Ну ты же любишь котиков, Балди. Ой, у меня с котиком такая история произошла в 9 классе с моей девочкой. Вообще, так стыдно, так стыдно. Сейчас расскажу. Короче, пригласил я девочку к себе в гости. Сидим мы, значит, чаек пьем. А у меня котик жил. Ну он такой ходит, что-то вокруг меня нявкает, мявкает, трется что-то. Я не пойму, что он от меня хочет. А я, короче, за ним забыл туалетики убрать. Вот, и ему все туалетики записанные, закаканные стоят. А он ходит и говорит: хозяин, мол, иди убери. Я на него внимания не обращаю, ногой отодвигаю. Ну, короче, он обиделся на меня. Знаете, что он пошел сделал? Чего? Он пошел написал в кроссовке моей подруги. Бедная девочка. Я взял, короче, веник, и давай его по хате гонять. Эй, ты не любишь котиков? Не, ну тебя люблю, того не люблю. Вот, и короче, гоняю я его, гоняю. Девочка как увидела, говорит, прям как словами Редкета. Ты котиков, говорит, не любишь, я обиделась. Обувается от меня уходить. Обувается? И такая, чувак. Она обувает свои кроссовки и говорит: о, что-то, это дождь такой на улице был сильный. Ладно, пора мне, короче, домой. Разворачивается и уходит. И мы стоим, значит, с котом со своим. Смотрим друг на друга. Так стыдно было. Подружка ушла. Но что было на следующий день? Какая грустная история. Боже мой, Балди. Надеюсь, девочка не догадалась. Ты мастер рассказывать истории. Оно прям так пахло, там сложно не догадаться. Ну, я, не, я обещаю не писать, если ты меня будешь вовремя кормить. Так что давай сразу договоримся. Я что-то это сомневаюсь, а ты много кушаешь? У меня столько еды нету, я вообще сам тоже люблю покушать. Вообще он ест всего лишь 13 вискасов в день, Балди, чуть-чуть совсем. Я вышу, такое мне сказали, у меня сейчас разрыв этого, припадка будет. Так, ну у нас, по крайней мере, мы все справляемся с челленджем, все живы. Да, кстати, даже пиги кто-то остановил. А Редкет у нас, кстати, очень классно делает разные баги. Может, ты нам что-нибудь покажешь, как забагать пиги в цирке? Ой, ну, смотрите. Ну, в принципе, да, есть. Сейчас я покажу, как она будет мне чистить обувь. Ой, давай, и покажи, где тут холодильник в цирке. Клоун любит мне обувь чистить. О, я нашла серый ключ. Отлично, нам даже удается. В смысле? Мы что, уже выходим? Да. Практически сбежали. Подождите, у меня еще обувь не почищена. Подождите. Не, ну как ты с грязными кроссовками выходил? Есть, я сбежала. Так, Валерий у нас уже сбежала. Смотри, Балди, как нужно, видишь? О, круто, забагал клоуна. Нет, ты хороший котик, я тебя себя оставляю. Буду тебя кормить. Я еще послушный.
А команды так, Балди, выполняют? Ты не забыл про выход? Вообще-то он уже открыт. Ну так. Я вообще забыл, где выход. Я пока на тебя смотрел и на твои кроссовки. Я вообще, у меня все с головы вылетело. Надо пойти искать дверь. Иди на запах, я колбаску взял. О, бегу, все, хорошо. Так ты холодильник нашел все-таки? Да, там была котлетка и колбаска. Котлетку я съел, прости. Я уже не пойму, кто кого кормит. Это прекрасно, я нашел дверь. Ой, она не та, подожди, сейчас еще пойду искать. Иди на зеленый свет. Наш любимый свет. Только дверей, я в них вечно путаю. Все, нашел. Ура, мы выполнили челлендж. Да, но подписчикам, к сожалению, ничего не добавится. А кому робуксов теперь? Ну, а мы наверное, так дарим нашим теперь ребятам робуксы. Останется. И, кстати, в прошлом видео вот этот наш подписчик победил. Мы очень счастливы и желаем, чтобы каждый из вас победил в следующей серии. Я тоже твой подписчик, можно я победю? Я хочу робуксы. Ну что, друзья, попробуем сбежать с нашей самой любимой карты с 12-й. За робуксы без проблем. Так, кто не сбегает, напоминаю, наш челлендж. Да. Как вы думаете? Это не консервный завод, случайно? Куда мы пришли? Вы что, тут опять это? Будете сейчас консервы искать? Да мистер Пи открывал консервы и нечаянно чихнул и попал в консервную банку. У него, смотри, нож для открывания консерв просто на одной руке. Так у него и банка консервная на лице. Боже, у нас какие-то... У нас был один Балди голодный, а теперь у нас Валерий еще и котик голодный. Офигеть. Смотрите, меня летит снаряд. Ай, он попал, я замер. Ай-яй-яй. Балди, давай, помогай. Нет, спасите, отвлеките его. Где он? 9:35, сейчас родится Пигги. Ребята, меня постоянно убивает именно мистер Картошка почему-то на этой карте. Ой, да? Значит, мы спасем тебя, не переживай. Прикрыла собой. Смотрите. Смотри, он за мной бегает. Это мой котик, не надо ему попы тут прикрывать никакие. Это мой питомец, я его завел, все. Если он меня убьет, сделайте из него пюрешку. Конечно сделаем, без проблем. Мы поджарим еще. Главное, без лягушачьих лапок. Эй, я лягушку не дам в обиду. А лягушка нам и не нужна. Кстати, это очень вкусно. 9 минут. Фу. Так, аккуратно, Валерий, я открываю в оранжевой зоне. Так, оп, я открываю, мне осталось батарейки вставить. А я буду гонять свинью, как обычно, она со мной любит гуляться. Так, а ладно. Я тогда так, буду защищать вас всех. Давай ты заберешь молоток и пойдешь ампулу брать, а я пойду, наверное, заберу сейчас еще с сейфа пистолетик попробую. Отлично. А я колбу уже взяла. Хорошо, я уже иду. За следом. Ты тоже открыла уже, молодец, круто. Еще одна вот это у нас открыта. Команда. Вау, единственное, надеюсь, никто не сдохнет. Нет, конёк, сдохнуть могу только я, потому что я-то свиней гоняю, вы-то вообще далеко. Так, я буду прикрывать Балди, чтобы его не убили. Мама сказала, что будет прикрывать попу. Мама, пожалуйста, начинай прикрывать. Все, она забрала его уже. Зелье несет. Я не успею вас всех спасти, уже зелье доношу, сейчас уже, 8:05. Поехали быстрее. Это что, Тархун? Смотри, колыбельная уже какая-то музыка началась. Все, да, Балди, не усни. Круто! Ай-яй-яй-яй! Ой, за мной гонится этот панда или барсук. Кто это такой? Все, взрываем, убегаем. Балди. О, динамит, ставься, я тебе говорю, ставься. Так, все, Балди, давай я попробую забагать его. Круто! Отлично, давай. Мы перешли. Балди, только не иди за мной, не мешай, чтобы он не отвлекался на тебя. А Балди тебе поможет. Он так. Балди, не иди сюда, я же просил. Балди! Подожди, это мой вообще-то этот. Нет, это не его обратно. Все, я пошел. Минус 100 робоксов. Ребята, вы зажали друг друга. Ничего себе. Мы потеряли рецептику. Капец, мы теперь в больницу поедем. С меня 100 робоксов выпало. Мы в больницу поедем. Где выпало? Надо пойти поискать. Да забрал там кто-то. Придем к тебе в больницу, Редкетик, вылечим тебя. Давайте, вам нужен молоток, чтобы купюру взять новую. Ой, смотрите, 6:56, нам осталось чуть-чуть буквально. Давайте, ребята, мы должны выйти, я за вами наблюдаю. Ну, так вы будете выходить или что? Духом мне свиней гонять? Они еще, смотри, новые появляются постоянно какие-то из пола. Ай, не берется монетка. У нас, кстати, вечный баг, Редкетик, что мы не можем взять эту монетку с сейфа. Потому что это печенье. О, взялась. Да все нормально, получилось. Все, взялась. Все, супер.
И нам чуть-чуть... Мама, зачем ты ведешь туда мистера Пи, куда мне надо? А я там это, хотела тоже монетку. Все, давай, Валеришка, бросай монетку. Монетка! Так. Так, 6.22. 6.21. Время. Валерий, давай. Давайте. Молоток дали. У меня есть молоток. Так, Балди, только не умирай, еще 100 робоксов будет. А если этим молотком дать по лбу нашему мистеру Пи? Из него монетка выпадет? С какого места выпадет монетка? Я не знаю. Попробуй. Пюрешка выпадет. О, это, кстати, точно. Это можно из барсука от бедны сделать. Я из мистера Пи пюре. Редко приглашаю тебя на обед. Редкард, приходи на обед, ты любишь покушать, мы знаем, вот поэтому... Да, приглашайте, я всегда готов. Мне нужен мистер Пи, сейчас же и быстро. Вот он, скорее лови его. Давай. Ну что ж, кажется, мы прошли. Все, Редкардик, мы тебя нашли. Ура, сбежали. Солнышки, ну мы в этой серии вам подарим 200 робоксов, еще 100 робоксов от нас. Поэтому обязательно пишите свои ники в Роблоксе в комментариях и не забывайте подписываться на наши каналы и на нашего друга Редкетика подписывайтесь. Да, обязательно подпишитесь на Валеришка Сим и еще два канала их. Валеришка Плей, Валеришка Геймс. Солнышки, не забывайте за ваши лайки. Большое вам спасибо. Мы вас всех очень любим. Мы самые лучшие. Всем пока. Всем пока. Пока.